Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту HITS Cash, где нам дают возможность зарабатывать без вложений на просмотре рекламы. Мы смотрим рекламку, и нам за это платят. Сегодня, друзья, я сделала очередной вывод. History. Так, Indraw History. Вывела я 5.30 с учетом комиссии. Мне пришел вывод. Вот комплект. 29 апреля. Payer. 29 апреля. Перевод выполнен 5.25. HITS Cash. Payment, как бы все замечательно. И на почту также пришло письмо. Payer 5.25. Вот HITS Cash. Как бы все замечательно. Проект платит. Можно начинать без вложений. Кто не знает, друзья. Будете просматривать без вложений, начинать с баб монет. Когда вы достигнете группы 1, первой группы, и у вас появятся денежные ссылки, у вас баб рекламки вот этой не будет. Она пропадает у того, кто просматривает денежные ссылки. В данный момент я нахожусь в третьей группе. И свои я денежки сюда уже не вкладываю. Я начинала с $2, когда только вот я зарегистрировалась. Минимальный вывод был $2, и минимальный депозит как бы тоже $2. Сейчас немножечко все изменилось. Я об этом не знала. Я узнала только об этом вчера, что изменился депозит, оказывается. И минимальный депозит сюда закинуть уже $5. Как долго проект будет работать, я не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы подольше. Вот эти денежки, то, что я сегодня вывела, это моя чистая прибыль. Сюда я уже ни копеечки не вкладывала. И я зарабатываю здесь чисто на реинвесте. Понимаем, да? Я, значит, у меня есть денежка как бы вот на балансе, как на реинвесте зарабатывать. ADD фунт. Я его как бы раскручиваю. В третью группу я перешла уже абсолютно без вложений. И видите, здесь написан аккаунт баланс. Вот это пополнение как бы. Если мы нажмем, у нас здесь Perfect, Payer и Coin Payment. Ну, есть еще и аккаунт баланс. И вот я сюда вставляю нужную мне сумму, которая у меня есть на балансе для вывода. Нажимаю Send. И тем самым я пополняю свой кабинет ProShares баланс. Далее я иду в Adpack. Покупаю пакет за $1. Нам дается баннерных 3000 кредитов. И бонусных поинтов баб монет. Вот эти тоже 3000. Нажимаю купить. И все таким вот образом я зарабатываю уже, как бы реинвестируя. Вот. Ну, это, в принципе, все, что я хотела сказать, рассказать, показать. Вот. Ну, не забываем также рекламить свои проекты. Я показывала, как рекламить. Вот. На этом все. А, нужно обязательно, друзья, оставить же... Нужно оставить, что нам, отзыв, скриншот вывода, иначе в следующий раз, я чуть не забыла, не дадут вывести денежку. Нажимаем форум, так, Payment, вот это вывод. Также давайте я переведу на русский. Не забываем платежные доказательства. Новая тема. Сюда вот я вставляю вот это свою дату операции. Далее платежные доказательства.
обязательства. Ставлю на английский. Вот эту я копирую. Вставляю сюда и сюда. И NEF как бы новая публикация. Сейчас загрузится. И все, я отправила. Вот моя публикация. И все. Только не забывайте. Иначе при выводе средств, я вот так делала, и мне пишут: оставьте на форуме доказательства, чтобы вывести. Ну, теперь все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.